Вот уже 71 год наша страна живет в мире. Мы не знаем, что такое война, но мы помним подвиг наших предков. В каждой семье, из поколения в поколение, передаются рассказы о дедах и прадедах, солдатах той войны. Снимаются фильмы, пишутся книги. Победу над фашизмом ковали всем миром. Солдаты на войне, граждане нашей страны на заводах и фабриках. Но особая ответственность за исход войны лежала на полководцах-маршалах и генералах. Сегодня мне бы хотелось более подробно поговорить об одном из этих героев. Маршале. Дважды герои Советского Союза. Маршале Польши. Заместители министра обороны Советского Союза. Человеке, которого немцы называли генерал Кинжал. И очень боялись. И в этом году отмечается 120 лет со дня его рождения. Это Константин Константинович Рокоссовский.